Минкомсвязи определил размер штрафов для организаторов публичных Wi-Fi сетей, уклоняющихся от регистрации пользователей. Речь идет о штрафе от 5 до 50 тысяч для ИП и от 100 до 200 тысяч для юридических лиц. При повторном нарушении суммы вырастут до 10-100 тысяч для индивидуальных предпринимателей и 200-300 тысяч для юридических лиц. Предполагается, что в случае принятия документ вступит в силу в начале 2016 года. Пишите в комментариях, на какую тему вы хотите смотреть новые ролики, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и следите за новостями. Всем пока!